Мы сделали очень важное дело неделю назад. Но эта победа ничего не значит, если не выиграть сегодня. Вообще ничего. Если мы сегодня не отцепим забытых, мы там же, где и были. Нет, если мы открыли чемпионскую гонку, мы должны это доказать сегодня. Правда, сегодня победа над Интером, она только... Связки важна. Связки важна. Что касается игры, начинаю встречать также на своей половине поля две линии по три человека. Главное, чтобы между вами не прошла. Здесь, когда они переходят уже ближе к нашим воротам и есть угроза, мы сокращаем дистанцию, чтобы не могли нанести удар и не могли спокойно разрезающую передачу отдать. Если вдруг нету какого-то продолжения атаки, не торопитесь. Все, надо закрепиться тогда в зоне атаки. Все, и продолжаем владение. С мячом играем, мы не избавляемся от него, мы с мячом играем и дорожим, у нас сильная команда. Состав еще раз. Кулик справа, центр Серега, слева Сушило, Прохор в опоре, Вадик правее, Струн левее, Панамов впереди. Давайте. Мы их уже побеждали, и неоднократно. Мы их сильнее. Пошли их еще раз ёбнем. Давай, парни, сразу же. Чемпионской гонки нет. Только сейчас, отцепляя соперников, мы можем действительно подцепиться к этому поезду и по-настоящему бороться за титул. Непростая ситуация. Во-первых, похолодало. А мы хорошо играем в жару, как выяснилось. Кроме того, сегодня мы играем без Глеба. Победы такие, как Интер, не бывают бесплатными. Глеб получил очень серьезный удар в колено, и мы потеряли его на 3 недели. Это отвратительно, потому что он как раз начал набирать форму. А теперь ребята пойдут и выебут забытых. Как полагается. Победа над Интером — это полная хуйня тогда, если мы сегодня не выиграем. Надо, блядь, выходить, пацаны, так же концентрация. Каждый момент концентрации, каждый штрафной, аут, все, мы внимательны. Пока счета не будет 4-0, не расслабляемся. Давай, за каждый участок, блядь, нам побороться. Освобождайте друг для друга. Без Панамы сразу. Панам выше. Нормально Панам сохранил мяч. Ему, конечно, особое внимание. Но внимание, не внимание, нам надо, чтобы он забивал. Мы идем на третьем месте, у нас в 2 раза меньше голов, чем у первой команды. Мы создаем на большее, чем мы забиваем. Нам нужен бомбардир. Вадик! Собрано, давай! Вылет! Выше, Сушило! Ну, давай! Пустота! Лево! Сушило есть! Сушило! Сушило есть! Середина, Струн уже! До конца! Кулик! До конца! Спокойно! Играйте в футбол! Ну что? Ну спиной, зачем его трогать? Спросите, что кто-то заходил. Брат, давайте, блин.
Пойдем на бровочку. Да, блядь, кули. Да бегай! Стой, Суш, стой! Отдали! Оставь его! Там Леха, нормально все. Давай, собранный, парни, блядь! Ну сейчас замену можно? Атмосфера какая-то сегодня совершенно другая. Сидит, как будто два месяца прошло с предыдущей игры. Совершенно другая погода. Народа вообще никого нет. Ну, Кока, давай, Кока, влево, да. Второй темп. Вот, перехватили, хорошо. Завалили крючка. С логикой игры этот отцепляет проигравшего. У нас совершенно одинаковые показатели с забытыми, если брать победу поражение. 8 побед, 2 неудачи. Нет, ничьих. Главное, что терять очки-то больше особенно не с кем. Такой был азарт недели назад. Любители, гребаные любители. Вот, Кок развернулся, здорово. Вот. Хорош, Мана! Сам! Боже мой. Панама забил отлично, с подачи Макс. Панама! Хорош, Пирло! Панама, Струн! И Сушила! 1 сентября, Панама, Макс! Струн, Сушила, давай! Это уже третья. Это уже другая песня. Давай, дорогой. Блядь, надо в центре прибавлять. Прибавляй, Соня, выровняли. Последние минуты надо, Мать! И острота появилась, но надо забить до перерыва, конечно. Вот, лучше гораздо. Вот, блин, ну... Ай. Где ты себя потерял? Ой, блин. Вадя! Давай. Ты что? Ну что ж такое-то интересно, там не было ничего. Ни хера же не было, ну. Также продолжаем агрессивнее. Как мы только движение добавляем, у нас сразу и варианты появляются. Сразу же они уже начинают путаться. Освобождайте, вот сзади соперник, освобождайте зону. В этот момент врывается другой партнер. Все, и доверяйте мяч друг другу. Вперед больше смотреть. Вперед смотреть, вперед. В прошлый раз сработало, и вот сработаем. Притянем гол. Посидим за нужными воротами. Ой-ой-ой. А забивают нам. Ну как так? Преимущество уже было. Ну как? Ничего нет хуже, как вот такой вот быстрый гол сразу после перерыва. Вроде бы все обсудили, все нормально. Ну давай. Дай еще ему! Ну пробей, Макс. Оп! Хорош, Панама! Что? Да. Это была рука-лицо, потому что. Что он есть? Один! Нет. Решай! Конечно! Ай, давай, хорош, давай, здорово! Все, парни! Хорош, Лё! Иди, Давай, родной, давай. Вот сейчас решать надо. Какой головой это пенальти, блин? Там он закричал о себе, может? Да мне, блядь, звук на весь стадион. Здорово, в одно. Прош, не отпускай, прош. Отойди. Иди. Наш мяч будет. Вот, хорошо. Сохраняем ведь мяч, все нормально.
Блять, мимо, мимо. Другой мяч, другой мяч. Не работают приметы, к черту приметы. Середина второго тайма. Ничего себе! Это что, не в ноги, что ли, было? Бля, мы сбились, выхожу нахуй. Кидаем. Они тоже здоровы все, бля, пиздец. Слушай, давай. Неплохо бы уже желтую показать, на самом деле. Где кому она нахрен нужна? Под штрафной. Ну что такое-то, блядь? Ну что ж такое, действительно. Взяли, пробили в стенку в нижнюю углу, так и я могу. Вот-вот-вот, давай. Разбирайся, разбирайся. На себя возьми. Головой. Опять без удара, опять без удара, опять четыре хороших мяча, удара нету. Ну, блядь, ну... А, Серега здорово вмешался. Ай. И вот их двое, два в три в атаке. Ну вот-вот, на струну. Кока, да, Кока. Ладно, сейчас притянем. Должны же приметы какие-нибудь работать сегодня. Много, много, Валь! Хорош, хорош! Давай, давай, Вадос, давай! Я в тебя верю! Очень опасный штрафной в наши ворота. Так, отбились неплохо уже. Так, последний. Кулин, середина, Кулин! Ай. Кулин, середина! Ай. Ну как? Алло, блядь! Головой подаем. Ну как вот сейчас не забили, непонятно вообще. Что будешь делать, да? Не лезет и все. Вот чертовы ворота. Ну что сейчас было? Вот что сейчас было, это интересно, а? Забыли игрока. 3-1. Кулик, ну в середину зайди, Сань! Ну в середину зайди, Сань! Ну что, ребят, я могу сказать вам спасибо. Это была очень увлекательная чемпионская гонка длиной в целую неделю. Я прекрасно знаю, что мы не самая сильная команда. Я прекрасно понимаю, что вы можете проигрывать и так далее. Но что-то вот мне так грустно не было уже очень давно. Потому что сегодня вы были хуже самих себя. Не похожи на себя.
Жалко это. Грустно. Вот это грустно. Честно, мне стыдно, что приходит, оказывается, нас, вас надо настраивать на матч. Вы не знаете, какая важность матча, что ли, или что? Или наоборот, мы что-то боимся играть в футбол? Мы в футбол вышли играть, или что? Ну, у нас какое-то все, у нас нет рвения, мы выключаемся. Вам идешь на уступки, чтобы тренировки вы пропустили, но зато вы здесь на игре отдались полностью. Ночами иногда не сплю, чтобы нарезки эти подготовить. Оказывается, вас надо настраивать на матч с забытыми. А? Мне стыдно, оказывается. Мы выходим, все у нас, лишь бы не дали пас. Алло, я думал, вы что-то другие. Вперед посмотреть тоже не вариант. Стыдно, парни, стыдно.